В этом видео я покажу, как вязать столбики без накида крючком, чтобы они получались в виде крестиков. Вяжем цепочку из воздушных петель. Замыкаем цепочку в круг, провязывая соединительный столбик в первую воздушную петлю. Вяжем столбик. Вяжем, захватывая нить, сверху крючок, снизу нить. Опять сверху крючок, снизу нить. Вяжем следующий столбик. Таким образом продолжаем вязать столбики по кругу.